25 мая в концертном зале Полоцкого коллегиума впервые прошел университетский этап международного конкурса научного слэма «Falling Walls», организованный по инициативе Германской службы академических обменов, а также лектора ДАД в ПГУ, старшего преподавателя кафедры мировой литературы и иностранных языков Альмут Мюллер. География научного слэма охватывает более двух десятков стран, и в этом году к ним присоединилась Республика Беларусь. Мероприятие открылось с приветственного слова кандидата технических наук, доцента, проректора по научной работе Дмитрия Олеговича Глухова. Чем интересен формат? Тем, что дается очень короткое время для того, чтобы ученые, молодые ученые представили свою научную работу на простом популярном языке. Здесь для нас важным является то, что мероприятие ориентировано на популяризацию науки. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто проявил инициативу и впервые попробовал свои силы именно в таком формате короткого выступления о своей научной работе на языке, понятном специалистам из других областей. Лектор ДАД Альмут Мюллер также выразила слова благодарности участникам научного слэма. Я очень-очень рада, и я рада, что мы вот в рамках этого мероприятия можем соединить очень много областей науки. У нас сегодня 8 участников из разных факультетов. Они хорошо подготовились. Спасибо вам большое за это. Также присоединилась к словам благодарности председатель Совета молодых ученых ПГУ, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Игоревна Галишова. Всем нашим участникам я бы хотела пожелать вдохновения, искрометного выступления, а зрителям отличного настроения от представленных докладов. В рамках университетского этапа научного слэма были представлены работы 8 конкурсантов. Каждый участник достойно представил исследования в своей научной сфере, наполнил свое выступление креативностью, искрометным юмором и живым диалогом с публикой, продемонстрировал невероятную харизму и актерское мастерство. В завершении мероприятия при помощи специальных карточек зрителям предстояло определить лучших, по их мнению, ораторов, которые уже совсем скоро представят Полоцкий государственный университет на общереспубликанском конкурсе. По итогам зрительского голосования победителями университетского этапа научного слэма «Falling Walls» стали Диана Попкова, факультет информационных технологий. Сергей Гачаков, историко-филологический факультет. Александр Козлов, радиотехнический факультет. Организаторы и участники мероприятия поделились своими впечатлениями и подробнее рассказали об идее и особенностях данного конкурса. Идея мероприятия состоит в том, что научный слэм или science slam – это международный конкурс, который создан для популяризации науки. И этот конкурс носит такой двухсторонний характер. С одной стороны, это позволяет нашим ученым сообщить широкому населению о своих разработках, а с другой стороны, это позволяет вовлечь в научный процесс студентов. Сегодня мероприятие показало, что аудитория очень тепло приняла всех выступающих. У нас было 8 докладов, при этом действительно царила атмосфера такого позитива, интереса, доброжелательности. И в отличие от научной конференции, которые, может быть, скучны, где-то проходят в такой серьезной манере, сегодня все действительно получили огромное удовольствие. И зрители, поскольку это даже не короткометражные лекции, это такие небольшие шоу, я бы сказал, которые подготовили. И наши участники получили, во-первых, эмоции, во-вторых, получили определенный опыт выступать на публике. Я считаю, что это очень почетно представлять свой факультет, тем более впервые проводится такое мероприятие на Полоцкой земле. Ну, конечно, дорабатывать еще стоит многое. Я думаю, в Минске будет уже уровень повыше. Желаем дальнейших успехов и новых побед!